здравствуйте, дорогие друзья! Начался новый сезон лета 2014 года. Мы продолжаем свои репортажи о Болгарии. Для тех, кто не знаком со мной, хочу представиться. Меня зовут Наталья Климина. Я лицензионный экскурсовод по Болгарии. А мой оператор Наталья Александрова. Мы делаем ряд роликов, съемок о Болгарии и размещаем их в интернете, в Ютубе. Сегодня наша тема посвящена термальным источникам Болгарии. В данный момент мы находимся в городе Варна. Это северное побережье Болгарии. И начинаем нашу экскурсию от железнодорожного вокзала. Дорожки, где готовятся спортсмены. Здесь тренируются дети. Сейчас вы видите детские группы, подростковые группы, которые занимаются плаванием. С левой стороны видите маленький бассейн. Это для маленьких детей. Их просто учат плавать. А потом они учатся уже профессионально спортивного плавания. Как видите, перед нами море и пляж. Бассейн находится непосредственно на пляжной зоне. Этот бассейн работает круглый год. Вода здесь теплая, благодаря тому, что этот бассейн использует термальные минеральные источники, которые находятся рядом. Воду минеральную разводят водопроводной водой. Поэтому вода в бассейне теплая, ее не подогревают. Ее наоборот разводят, чтобы она не была горячей. Поэтому здесь спортсмены, дети, подростки, они тренируются круглый год. Бассейн не закрывается, даже зимой. Сейчас мы делаем съемку в другом ракурсе. Вы видите этот спортивный водный комплекс с другой стороны. Вы видите его со стороны пристани. Хорошо видно, что сзади меня находится пристань, куда пришвартовывается... В основном туристические корабли. Начинают здесь пассажирские корабли. Вчера стоял огромный лайнер, который движется по маршруту по Средиземному морю. Очень часто эти лайнеры заходят в Болгарию, заходят в Варну, заходят в город Несебе. Тот самый минеральный источник с горячей минеральной водой, который предоставлен администрацией города Чиной для публичного использования. Бесплатно. Сюда приходят варнинцы, наполняют свои бутыли этой лечебной водой, ее пьют, используют в гигиенических целях, лечебных, косметологических. Как? Вода очень сильно пахнет сероводородом. Это сероводородная горячая вода, очень полезная. Вы видите еще один общественный источник минеральной воды, где можно забирать воду. И сейчас вам покажу табличку, где указан состав этой минеральной воды. Мы с вами находимся в комплексе, спортивный комплекс, бассейн, плавательный бассейн Варна. Вы видите, что здесь активно тренируются спортсмены по всем видам спорта. А сзади меня находится прекрасная пляжная
полоса, прекрасные пляжи города Варны, где можно тоже не только купаться и загорать. Сейчас наш оператор покажет вам спортивную площадку для пляжного волейбола. Община Варна, администрация прикладывает много усилий для того, чтобы горожане имели возможность заниматься спортом. И спорту здесь уделяется очень большое внимание. Для массового использования населения Варны. Любой ребенок может прийти, записаться, любая мама может привести своего ребенка, научить его, и будет научить плавать. И если почувствует, что ему это нравится, он может продолжить здесь заниматься другими видами спорта. А особенность этого бассейна, как я уже говорила, в том, что здесь часть воды в бассейне, она минеральная. Но в душевых, где после тренировки спортсмены принимают душ, в душе течет минеральная вода, горячая. Горячая вода минеральная. Поэтому здесь, вот мы сейчас ходим по территории этого бассейна, и везде чувствуется запах сероводорода. К сожалению, мы не можем передать его. Те, кто пили эту воду, кто были на курортах, и знают, что это сероводородная вода, они знают этот запах. Thank you.